Всем привет из моей излюбленной беседки. Спасибо, что снова настроились на мой канал. Для тех, кто здесь первый раз, меня зовут Аня, мне 33 года. Последних 13 лет я уже живу в Великобритании, а сама я из Латвии. Кажется, все сказала. Сегодня мой очередной выходной день. Те, кто со мной на моем канале давно, хотела поделиться с вами какими-то новостями, просто потому что уже неделю, как я не снимала влог, и это обыкновенный вот такой вот день. Посмотрим, что из него получится. Ничего на сегодня не планировала, и, честно говоря, не сказала бы, вот что-то такое интересное происходит на данный момент, но я стараюсь все-таки как-то наслаждаться тем, что есть, разнообразить свой досуг, читать что-то, чтобы как-то обогатиться, можно сказать, внутренне, также и слушать. И в последнее время, как я уже говорю, в каждом своем влоге, наверное, я подсела на канал, который называется The Diary of a CEO. Он есть как на YouTube, так и на Spotify. И последние несколько интервью, которые, ну вот, очень сильно на меня подействовали, очень разные, но об одном из них я как раз-таки хотела сегодня поговорить, сделать, так сказать, темой сегодняшнего дня. Последнее время, я не знаю, может быть, конечно, это какие-то алгоритмы, но меня преследуют темы бодипозитива, всемирного ожирения, болезни с ним связанные, также зависимости от сахара. И если вы также следите за мной на моем телеграм-канале, то где-то неделю назад я поделилась там списком, что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от сахара и, ну, и также быстрых углеводов на 2 недели. И с этих самых пор я отказалась от сахара. Я все еще ем быстрые углеводы, такие как, допустим, пасту, рис, хлеб, но я не ем ничего такого, ну, действительно сладкого. Шоколад, булки, вафли, даже протеиновые батончики не ем. Представляете, что со мной стало? И жду результатов. И, честно говоря, чем дольше ты не ешь, тем меньше хочется. На самом деле так и есть, потому что на работе у нас постоянно какие-то дни рождения, праздники, люди тащат торты. И я смотрю на этот торт, и я думаю, что там в этом торте? Жир, сахар, соль? Принесет ли это мне какую-то радость? Ну, может быть, минутную, пока эта масса будет в моем рту. Но потом чувство вины, что вот я сорвалась. И когда сахар упадет, вот, когда он поднимается, он, конечно, хорошо, но когда он быстро опускается, то такое состояние неприятное. Я хотела бы, честно говоря, избавиться от него в своей жизни. Ну, а когда немножечко поглубже удаляешься вот все вот эти вот исследования о том, что вообще происходит с человечеством с тех пор, как фастфуд и вот вся вот эта легкая, быстрая энергия стала настолько доступна, становится на самом деле страшно. И не хочется просто попасть в эту воронку людей, которые из-за вот такого мимолетного удовольствия полностью потеряли свое здоровье и свободу выбора, потому что вот эта вот индустрия сахара, она не спрашивает, знаете, с самого-самого маленького возраста нас всех подсаживают на сахарную иглу. Я, конечно, говорю такими терминами сейчас, вы подумайте, ну вот, Аня стала сектанткой, но мне кажется, что это все-таки хорошая причина, и если вы тоже хотите отказаться от сахара, то давайте вместе со мной. Так намного веселее, и на самом деле, когда чувствуешь, что твоя сила воли, твои усилия работают, и что ты действительно, вот я решила измениться, и я стою на своем, это очень приятное чувство, и намного-намного приятнее, чем какой-то там кусок торта. Ну что, давайте теперь пройдемся. У нас были дожди весь март, весь апрель. Сегодня 1 мая, с чем вас поздравляю. И сегодня тоже у нас сыровато, но я уже не могла больше сидеть дома. Знаете, на улице сыро, но свежо и очень приятно. Пока мы гуляем, немного расскажу об интервью, которое
так на меня повлияло отчасти вместе со всеми остальными интервью, потому что это, конечно же, не единственное, которое я смотрела. Интервью это было взято у американского хирурга, который делает операции на сердце, которого зовут Филипп Овадия. И я, конечно, поделюсь именем, также у него есть Инстаграм. Он написал книгу о том, как не оказаться на моем операционном столе. История у него очень интересная. Он сам страдал конкретным ожирением, и он понял, что если он продолжит такой же образ жизни, то ему тоже понадобится вот такая вот операция. Я думаю, что чаще всего, что он имеет в виду, это операции, которые в принципе не нужны людям с здоровым образом жизни. То есть это какие-то холестериновые бляшки, которые в итоге поражают артерии, которые застряют их, и сердце уже не может... Смотрите, какая у меня одышка, я извиняюсь. Сердце не может биться спокойно, и нужно, в общем, вскрывать и что-то там чинить. Ну, в общем, конечно, он сказал, что лучше вообще без всяких хирургических операций и вмешательств обходиться. И он сказал, что огромная проблема вообще в американском, как и мировом здравоохранении, это то, что врачей не учат здоровому образу жизни. То есть их говорят, как уже лечить симптомы, но как избежать болезни, в принципе, такого нет. И ему, когда он решил бороться со своим ожирением, это всего пришлось ему, в общем-то, учить самому методом проб и ошибок. Хотя мне кажется, что в принципе, все мы знаем, что ничего там сложного нет. Вот здоровый образ жизни. Мне кажется, спросите у 5-летнего ребенка, что такое здоровый образ жизни. И он знает, что Макдональдс — это не здоровый образ жизни. Сидение на диване и игра в компьютерные игры — это не здоровый образ жизни. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, что не такая уж там и большая наука этого здорового образа жизни. Просто нет ни у кого достаточной силы воли, чтобы взять себя в руки и перестать жрать фастфуд, которому, ну, это легко сказать, но это практически как... очень наркотическое вещество, которое не так и легко от него отказаться, если ты уже сидишь на этом, и это особенно единственная твоя радость в жизни, если не хватает общения, не хватает каких-то других эмоций в жизни, естественно, утешение, радость — это мы всегда обращаемся к еде, и это у многих людей с ожирением именно от этого такая проблема, что просто невозможно взять и отказаться от вредной еды. Но интересный факт, что он сказал, это то, что если мы хотим быть здоровыми, это то, что нам нужно есть, то, что растет на земле, все, что растет, овощи, фрукты, орехи, семена, и тех, кто ест то, что растет, то есть все животные, которые едят растительную еду, нам тоже, в принципе, подходят для пищи. А дальше он сказал абсолютно персонально то, что лично вам подходит. Если вам подходит быть веганом, пожалуйста, будьте веганом. Если вам подходит быть карнивором, пожалуйста, едите мясо. Если вам подходит вегетарианство, это тоже ваш выбор. То есть нету такого идеального золотого правила для всех одного. Но также он сказал, что я верю в то, я знаю, что люди эволюционировали, когда они ели мясо. То есть он сказал, что в принципе, мясо — это намного более легкий источник добычи всех незаменимых аминокислот для нашего тела, так как животное его уже переварило через себя, и когда мы едим животное, которое уже получило эти аминокислоты из растений, для нашего организма намного-намного легче получить вот эти вот самые вещества. Я понимаю, если у вас там веганы в поколении и поколения, то, может быть, у вас какие-то другие более... агрессивные, ну не агрессивные, более подходящие бактерии в желудке, которые помогают вам переварить эти самые растения. Но если вы всю жизнь ели мясо, а потом отказываетесь, то, конечно, может быть и дефициты. Ну, а дальше YouTube мне начал подкидывать множество видео насчет бодипозитива. Они практически все на английском языке, сняты в Америке. Я не знаю, вот одна девушка мне, она вообще просто фантастическая какая-то. У нее была проблема с едой.
она всегда была очень полным ребенком, и она просто не могла перестать есть, но как-то она рассказывала историю там, практически уже в слезах сидела, рассказывала, как ей удалось улучшить свое состояние. И сейчас она делает очень много ревью, исследований, отзывов на вот все вот эти программы популярные насчет каких-то лагерей для детей с лишним весом, насчет людей, которые защищают лишний вес. И это для меня было в основном открытием, я бы сказала, потому что среди моего окружения все люди хотят потерять вес, хотят похудеть. И для меня немного необычно то, что некоторые люди очень в Америке, я думаю, в основном, хотя, может быть, просто другое окружение, очень сильно защищают свой лишний вес. И там такие слоганы идут, что жир — это не болезнь, это все вранье, что они вам говорят, что вы можете быть... не может быть здоровым, если у вас есть лишний вес. Эти люди просто не хотят понять то, что это абсолютно нормально быть жирным, это здоровье. Они так и употребляют это слово «жир», то есть там нету какого-то там большого человека, скажем, нет. Они абсолютно нормально, и можно сказать, я, честно говоря, еще только-только посмотрела это видео, я до сих пор раскладываю все по полочкам в своей голове, и... видя то, как люди с лишним весом мучаются с самыми, можно сказать, обычными повседневными делами, я не понимаю, насколько можно любить еду, преклоняться перед ней, чтобы как-то отвергать тот факт того, что быть с лишним весом — это реально тяжело для тебя же. Как бы, неужели еда стоит... здоровье стоит нормального образа жизни? Неужели вот этот вот кусок торта, этот суперсайз Кока-Кола того стоит? Оказывается, да, и это страшно, что очень настолько огромное количество людей выбирает еду вместо того, чтобы выбрать здоровье и все те прекрасные вещи, которые это здоровье предлагает. Особенно, когда я вижу родителей с лишним весом, их детей с лишним весом. Потому что дети не могут сделать свой осознанный выбор, они едят то, что им дают родители. Если они с самого детства не получают сбалансированную еду полезную, то они просто не привыкнут к ее есть. Я не думаю, что в взрослом возрасте такой переход будет легкий. И, честно говоря, я говорю, что я никогда не осуждаю людей. Но иногда не получается, потому что думаешь, как взрослый человек, ты знаешь все проблемы, с которыми ты сталкиваешься из-за своего лишнего веса. Почему ты хочешь того же самого для своего ребенка, который еще только растет, у которого развивается мозг? Ему нужна вся самая-самая лучшая еда, самые какие-то лучшие вот эти вот элементы получить, потому что потом будет уже поздно, потом уже организм вырос на мусоре этом пищевом. Ну вот, такие мысли, когда действительно, вот действительно, буквально остался один месяц до лета, сегодня 1 мая, как раз актуально.
А у нас тут вот оно что. Вот оно что. Это бамбук, который здесь, ну просто такая плантация. Я думаю, что бамбуки, они в принципе как грибы. Ой, вот это растение я вообще ненавижу. У них такая подземная корневая система, и они просто просачиваются через землю наверх. Естественно, просочиться они могут и через цемент, и через тротуар, и через фундамент дома, который прямо передо мной. Вот, до него не так уж и далеко. Поэтому сейчас моя задача сдержать этот наезд, если так можно выразиться, бамбуков, и их под корень убрать. Лучше, конечно, делать, когда они вот свежие, вот такие вот, потому что они растут безумно быстро. И чем они старше, тем они тверже и сложнее их срезать. Поэтому сейчас лучше сейчас. Ой, ты дурак. Куда пропал бамбук? Где я мышей ловить буду? Что это за пустыня? Был лес, куда делись все деревья? Такой незначительный прогресс. У меня много ушло времени на обрывание колючек, потому что это просто я сейчас руководствуюсь ненавистью. Это дерево, точнее, кустарник этот, называется сингинеттл, насколько я помню, но это не точно. И им заражен, но вот реально весь Уэльс. И это еще ничего, но когда он взрослеет, у него стволы просто как у дерева, и он просто вьется вокруг всего, и он такой колючий. И это просто не какие-нибудь там, не знаю, козявочки маленькие. Изак, в чем дело? Которые вы собираете на грядке. Это реально вредитель, потому что он захватывает территории. И очень-очень быстро. Сейчас пойдем кушать, сейчас. Сейчас, подожди. 2 часа ковыряния в саду, 12 тысяч шагов, стирка сделана, кот покормлен. Осталось только вынести мусор, развесить белье, сходить в зал, и я свободна. Завтра на работу. О, еще нужно приготовить на работу обед. Ну ладно, потом подумаю об этом. Сейчас у меня перерыв, точнее перекус. Я нашла в Теску такие новые десерты. К сожалению, в них подсыпан сахарозаменитель. Но я решила, ладно. 20 грамм протеина меня убедил его купить и попробовать. Я извиняюсь, я забыла просто, как пользоваться моим CD-плеером. Я CD-диск не меняла месяца два, так точно. Но я перешла
на старое, доброе, хотя я этот диск купила буквально недавно, 2001 год, боже мой, 2001 год, сколько лет мне было, 11? О, мое отражение, привет. Я приехала в зал. У нас как раз-таки такое солнце прекрасное, что хочется, наверное, еще больше времени провести на улице. Я знаю, что летом, когда тепло в любое время года, очень сложно заставить себя идти в зал, но мне не нужно пока еще, мне не нужно себя заставлять. Мне действительно хотелось вот эти вот последних 3 дня. Конечно, не получилось у меня в первый выходной, потому что мы поехали в Росенвай, и я сняла рилс, который у меня сейчас на Инстаграме. Во второй день у меня начались сильные те самые дни для чувствительных мужчин, которые, возможно, смотрят мой канал. Так сказать, закодируюсь и скажу. Обойдусь без пространных размышлений на эту тему. Ну, а сегодня, скажем так, идеальный день, и как раз мне очень хочется размяться, очень хочется просто пойти как в 2 часа, как вколоть. Ну, посмотрим, как получится. А вообще, закончить сегодняшнее видео я хотела бы примерно тем же, с чего я начала, честно говоря. После всех моих просмотров и прослушиваний на тему того, что сейчас происходит в мире, что первый раз за все существование человечества людей с лишним весом и ожирением становится больше, чем людей с недовесом. То есть это люди, которые не по своему выбору или ментальному здоровью не доедают, а которые именно голодают из-за того, что у них в стране государство не может предоставить своим жителям еду или работу, чтобы купить эту еду. Ну, в общем, понятно. И, естественно, кто страдает больше всего от ожирения? Хотя я даже не знаю, можно ли так сказать, что развитые страны. Но я не буду углубляться в подробности, потому что, конечно, я не специалист по этой теме, и мне кажется, что я недостаточно знаю статистику и какие-то данные, чтобы сейчас с умным видом об этом говорить. Я скажу только то, что я наткнулась на модель, мне кажется, даже супермодель, которую зовут Тесс Холидей. И мне кажется, если вам это имя не знакомо, то женщина, эта девушка точно знакома. Я всегда буду ставить фотографии. И смотрела я на нее, конечно, с двояким чувством. Во-первых, первое, конечно же, что бросается в глаза, это то, что у нее проблемы с лишним весом. Но также, что не менее сильно бросается в глаза, это то, насколько она холит, лелеет и просто тащится от себя. Вот чему нам всем нужно поучиться у Тесс Холидей, это любви к себе. Она всегда очень ухоженная. Всегда у нее макияж, я бы сказала, такой пинап, она такая рыжая, рок-н-ролл, Дита фон Тис в татушках. Всегда у нее ухоженные волосы, вот этот начес и, естественно, 100% уверенность в себе. Но негативное то, что Тесс Холидей, я считаю, что, в принципе, людей, как она, нужно цензурировать. Потому что что она говорит, это то, что... О, боже, дайте мне перефразировать. Я сразу, видно, да, не подготовилась к своей речи. Наверное, от недостатка сахара. Что говорит Тесс Холидей? Это то, что если у тебя есть лишний вес, это не обязательно, что ты больной, и что это стигма, и что это неправда, и то, что это навязанные идеи, которые полные люди слушать не должны. Лишний вес не имеет ничего общего с болезнями, это конспирация, и ничего вам не мешает быть жирным, извиняюсь за слово, не очень какое-то приятное, корректное, но как есть, и здоровым. И это не единственный человек. И
Мне кажется, что это движение начинает расти. В Америке так даже доктора, так называемые доктора, которые говорят, что лишний вес и лишний жир никак не влияет на здоровье. Это просто конспирация от бизнеса, который получает деньги, но на диетах и похуданиях. Конечно, это тоже бизнес, но ну как можно говорить, что нету никаких... никаких исследований, никаких доказательств того, что ожирение является предпосылкой, началом огромному количеству заболеваний. Сегодня на прогулке я встретила двух девушек. Они тоже были ухоженные достаточно, но они были настолько полные, что вот, знаете, объем бедра, им было тяжело ходить, потому что пока ты одно бедро переставишь через второе бедро, чтобы сделать шаг, это видно, что тяжело. Видно, что у них одышка, и, наверное, позвоночник и сердце бьется сильно, чтобы просто медленно идти. И ты просто не понимаешь, как люди с лишним весом вербуют других людей с лишним весом и заставляют их поверить в то, что это нормально. Вот знаете, какую самую сумасшедшую теорию мне удалось услышать от людей с лишним весом, которые, в общем-то, в этом клубе, которые ненавидят худых людей, я не знаю, но такие тоже есть. Они говорят, что над нами издеваются, нас унижают, но на самом деле лишний вес невозможно убрать. Ты, если ты родился толстым, то ты толстый. Как бы это то же самое, что если ты родился китайцем и станешь афроамериканцем. Это невозможно. Так же самое с лишним весом. Если ты родился толстый, то ты как бы ты не можешь влиять на полных людей для того, чтобы у них, в общем, мотивировать их снизить вес. И в то же самое время нам показывают картинку прекрасной Тесс Холлидей, которая вся такая здоровая, счастливая, занимается какими-то супер-классными делами, миллионерша, у которой все вообще супер, и которая в то же самое время говорит, что девчонки, мальчишки, лишний вес — это нормально, это клёво. Те, кто говорит вам обратное, шлите их на три буквы, они нас недостойны. Сама по себе эта эпидемия ожирения, это страшно. Но когда находятся люди, которые порвут вас, если вы не согласны с тем, что ожирение это круто, здорово, и ты не можешь себя изменить, то это сто раз хуже. И я просто, как и в начале этого видео, не понимаю, как кусок торта и какая-то суперсайз-кола может стоить того, что вы не можете даже нормально сесть на прогулку, что ногу за ногу сложно передвигать, что пульс там до 200 ударов в минуту подскакивает. На этом спасибо за просмотр. Делитесь своими мыслями. Мне интересно, мне всегда была интересна эта тема. Если вы смотрите меня давно, то, может быть, вы помните, я рассказывала, что у меня, наверное, 8 лет был проблемы с питанием разного толка, но мне кажется, что наконец-то я все-таки встала на путь истины, и я действительно, если бы я могла бы это стереть из своей жизни, я бы с удовольствием стерла эту проблему, потому что действительно проблема — это проблема, которая влияет на все сферы жизни, абсолютно все сферы жизни. И мне кажется, что неужели так сложно взять питание под контроль и просто стать своим собственным героем и просто сказать: с сегодняшнего дня я то-то и то-то становлюсь таким человеком, которым я всегда мечтала быть. И вот эти шаги, которые я для этого с сегодняшнего дня сделала, не с завтрашнего, с сегодняшнего. И начинать действовать, и не отступать, потому что крутые результаты не приходят за один день. На этом буду прощаться. Пойду в зал, пойду впахивать, пойду потеть, пойду
преследовать свои идеалы, потому что, несмотря на то, как бы я сильно не любила себя и свое тело, я знаю, что я могу лучше, и почему бы и не стать лучше, если ты знаешь, что ты можешь. Спасибо за просмотр. Всем пока.